Всем привет! В прошлом видео я показала вам, как взяла в магазине Реве бутылку вина бесплатно, потому что меня выбрали на тестирование. И показала, что взяла котлетки для бургеров веганские по типу куриных. Если вдруг кто-то пропустил это видео, то в этом видео я вам напомню, что вот с этим купоном вы можете взять такие котлетки совершенно бесплатно. Но купон работает только вместе с картой Payback. Если ее у вас нет, можете по ссылке в описании зарегистрировать. И с помощью этого купона получить такие котлетки. И плюс, если использовать еще вот этот купон, то вы получите на карту Payback еще 150 пунктов, то есть 1,50 евро за просто так, за то, что вы попробуете эти котлетки. Почему я показываю это снова? Потому что я сделала это все по второму кругу. Мой муж тоже выиграл вино, то есть у нас два кода было на вот эти бутылки вина, так что мы взяли две, одну от меня, вторую от него. И то же самое мы сделали со второй картой Payback. У нас два аккаунта тоже. И, соответственно, тоже взяли бесплатно. И в связи с этим чек выглядит особенно интересно. 4,99 стоит вино, минус вся сумма. И 3,19 стоит котлетки, соответственно, тоже минусом. Сумма 0 евро, я ничего абсолютно не заплатила. И вот это мне понравилось. Вы получаете 150 Payback пунктов за вашу покупку на сумму 0 евро. Замечательно. Так что обязательно воспользуйтесь, если еще не воспользовались. Сегодня я заехала в Пини и взяла там выигрыш. Опять же, в прошлом видео я говорила то, что мне в приложении выпал купон на Pepsi без сахара. А в филиале есть только Pepsi Max. Я была не уверена, сработает купон или нет, но он так и так сгорел бы завтра. Поэтому я на кассе попросила работника, чтобы мы с ним вместе это проверили. Мы проверили, купон сработал, и я получила Pepsi абсолютно бесплатно. И точно так же, там же в приложении я покрутила рулетку, ну там не рулетка, да, выиграла я Rockstar Energy. Еще один, в прошлый раз был оригинальный, теперь Tropical Guava. И, конечно же, чеки. Ну, отдельно, да, я это пробила, потому что работники говорят, что так лучше они проходят. Здесь у нас Rockstar стоит 88 центов, 25 пфант. Эти деньги вернутся, да, то есть за пфант приходится в любом случае платить. Но они возвращаются, когда относишь потом банки в магазин. И Pepsi 59 центов стоит. Cola Max, кстати, так это и указано. Тоже бесплатно. Участвуйте обязательно, если в вашем городе есть филиал Пини. У меня сегодня был экскурс по магазинам. Я опять заехала в Тедди. Надеюсь, вы закупились там носками по моему совету. Я настолько была рада, что хорошая скидка на носки. То, что взяла неправильный размер на одну пару. Я взяла 35-38. Это нам совершенно никому не подходит. Хотела поменять, но, к сожалению, того набора носков уже не было. Там было 8 пар за 3 евро. Единственное, что я нашла, это 5 пар за 3 евро. Ну, тоже неплохо. Соответственно, 1,5 евро за прошлый набор мне вернули. И за этот я заплатила те же 1,5. И купила еще такие плотные нитки. Хочу попробовать сшить блокнот с ними. До переезда я использовала другие. В Германии аналог я не нашла, но, собственно говоря, и не искала. Попробую с этими. 1 евро они стоят. Ну, да, здесь все просто. 3 евро носки, минус 50 центов на этой неделе. И за нитки 1 евро 2,50 заплатила. И была в Marktkauf, потому что нужно было потратить последние скидки. Взяла сгущенное молоко от фирмы Довгань. Малинку. Две упаковки. Масло. Смотрите, там на стойке информации еще были такие типа мюсли. Здоровый перекус. Бесплатно тоже это можно взять попробовать. Здесь нет ни штрих-кода, ничего. И с четверга яйца по скидке за 1 евро 69 центов. Поэтому я тоже их там купила, взяла 4 пачки. Обычные яйца, да, десяток, взяла 40 штук и купила клубнику. Ну, так мне захотелось, я примерно предполагаю, что у нее только вид, наверное, красивый, что вкус будет не особо, но захотелось, не знаю, давно смотрю, и сын просит, возьмем, а вдруг вкусная. И еще 0,5 килограмма голубики я купила. Что по чеку? 1,69 за яйца, и на 2 пачки я использовала еще наклейки скидки 5%, 1,61 получилось у меня за 2. Малина стоит 99 центов, сгущенное молоко 1,79, здесь тоже я использовала скидку. Масло 2,29 и также наклеила скидки.
Черника 2,99, клубника тоже 2,99. 17,72 я заплатила. И 40 пунктов еще на карту Deutschlandcard получила. Сегодня в виде исключения в Lidl. Зашла и купила там сырки, глазированные от Кварки. Они мне нравятся меньше, чем сырки из русского магазина, но тем не менее они тоже вкусные. Сейчас в Lidl они по акции за 1,19 за упаковку, в каждой из них по 3 сырка. Я взяла 2 коробочки с кокосом и 2 с ванильным вкусом. Есть еще клубничные и протеиновые. Продолжаю закупать к Рождеству вкусняшки. Взяла такое печенье, марципановые шарики, картофелинки, да, как они называются. Смотрите, марципановые картофелинки. А к Пасхе делают марципановые яйца. Плюс-минус они примерно одинаково всегда выглядят. Там же взяла селедку. Хочу картошечку пожарить. И с селедкой, с огурчиками солеными. Пачку Сникерса. Сосиски. И смесь орехов. Селедка стоит 1,59. 1,49 стоят сосиски. По 1,11 сырки глазированные. Орешки стоят 2,89, но сейчас скидка в приложении Lidl Plus. Смотрите, целый евро. То есть за 1,88 они мне вышли. Марципан аналогично стоит 99 центов. Минус еще скидка в приложении Lidl Plus, еще минус 10 центов. Сникерс 2,19 и 1,89 печенье. 15,26 заплатила и получила в приложении Lidl Plus еще купон на бесплатный лимонный сок, который в следующий раз, на следующей неделе, скорее всего, схожу и заберу. С утра сразу сходила в Lidl, когда сына в садик отвела, чтобы купить там чай. От Тейканы пошли сорта рождественские, зимние, которые бывают только в это время года. Сладкое жареное яблоко. Это то, что я купила, да. Слива и корица. Вот этот чай я пробовала, мне понравился. Он вкусный, действительно очень вкусный, такой слегка сладковатый. Этот я не пробовала, но думаю, что по названию должно быть, по идее, вкусно. Соответственно, с яблоком взяла 2 пачки и взяла еще один сорт. Это совсем прям новинка. С малиной, посмотрим. И бейзер, да, безе вот это. Посмотрим, как оно будет, но я думаю, что тоже будет вкусно. Лимонный сок взяла в Lidl бесплатно, да, потому что мне купон выпал. И 2 пачки Pringles. Свит паприка. И еще заодно захватила KitKat. Дополнительных скидок никаких не было. Чай стоит 1 евро 69 центов. Лимонный сок 69 центов. Мне он обошелся бесплатно. Pringles по 1,19 и KitKat 1,49. 10,63 заплатила. И сегодня по плану у меня много закупок. Ах, да, я еще цветочки взяла в Lidl, бесплатные опять были. Желтые розочки грустненькие, но я думаю, сейчас я их подрежу, поставлю воду, засыплю порошок и надеюсь, что они оклемаются. Сейчас сделаю из них красивый букетик. Заехала в Реве. Там взяла кофе Мелита молотый. Взяла 2 пачки, но на самом деле еще подумаю, может быть, еще съезжу возьму. Хорошая цена на этой неделе. И взяла 2 пачки спагетти от Барилла. На этой неделе они в Реве стоят по 88 центов. И в Марктгуру есть еще кэшбэк 40 центов. То есть с учетом этого всего 48 центов обойдется одна пачка в полкилограмма. К сожалению, акция в Марктгуру уже, я так думаю, прошла. Но обязательно зарегистрируйтесь, чтобы не пропускать новые акции. Сейчас каждый день какой-то новый купон. И все они интересные. Еще одним воспользовалась сегодня, тоже покажу. И с этим кодом, как обычно, 1 евро на счет получаете при регистрации. И еще там взяла такую слоечку. Это что касается Реве. 69 центов слойка. Спагетти, смотрите, 99 центов, но с приложением Реве еще минус 11 центов за каждую пачку. То есть по 88, как я и сказала. Это, в принципе, и без кэшбэк хорошая цена. И кофе стоит 4 евро 29 центов. 11 евро 3 цента промежуточная сумма. 9 я оплатила пунктами. И 35 еще получила обратно благодаря умножению пунктов на 7. Потом заехала в магазин НП. Там взяла кетчуп карри. Давно мы не покупали, закончился дома. И рыбные палочки от Иглы. Взяла 4 упаковки. Опять у меня были из журнала наклейки
скидочные. И там же в НП тоже взяла сахар. Вот на него тоже кэшбэк сейчас в приложении Market Guru. Проверьте, возможно, он еще не закончился. 30 центов с каждой пачки вернется тоже обратно. И я взяла, соответственно, 2. И там же еще взяла огурец. Смотрите, на каждую позицию у меня скидки из журнала. Рыбные палочки 2,79, минус 28 центов. Скидка получается 2,51. Заплатила я за каждую пачку. Кетчуп стоит 2,29. Здесь тоже скидка. Сахар 1,29. Минус 6 получаем 1,23. И еще 30 центов вернется. Тоже получается неплохо. Огурец 99 центов, минус 5 скидка на него и вторая пачка сахара. 15,62 промежуточная сумма. Я оплатила пунктами с карты Deutschland Card 9 евро 26 центов. То есть не всю покупку, а часть. От 2 евро можно оплачивать. И, соответственно, оставшиеся деньги я оплатила уже наличными. И здесь еще 7 пунктов. Получила обратно на карту. Потом я поехала в Пенни. Вы знаете уже, да, что сейчас там рулетка, которую нужно каждый день крутить и получать бесплатность. Мне на этот раз выпали чипсы Лейс, соленые, и можно было взять еще с луком и сметаной, но, к сожалению, в магазине другого сорта не было. Швиб-шваб 1,5-литровая. Здесь, опять же, нужно оплачивать только пфанд, который возвращается, когда относим упаковку в магазин. И чай Липтон. Это все у меня, соответственно, бесплатно. И на все это дело я взяла отдельно чеки. Ну, потому что, как сказала работник, нужно обязательно пробивать в отдельных чеках. Швиб-шваб стоит 1,29. Мне бесплатно оплатила только пфанд. Чай Липтон 69 центов. И 1,59 стоит чипсы Лейс. И, как видите, у меня везде по нулям. Это мы не учитываем. Там же в Пенни я еще купила карточку на приставку PlayStation на 50 евро. Почему в Пенни? Потому что сейчас там тоже идет умножение пунктов на 20, на то количество, да, сколько денег вы хотите. Можно купить на 25, 50 или 100. Я взяла на 50, и, соответственно, мне 5 евро сразу обратно вернулось на карту Payback. Такой круговорот денег в картах накопительных. Еще, кстати, в НП мне выбился такой чек, 1,5 евро скидка при покупке 2 продуктов Purina One Natur, да, или Beffiness. Вот эти вот надо посмотреть, может быть, тоже как-нибудь, если будет какая-то скидка, скомбинировать и выгодно купить до 23 января. Еще в магазине НП я хотела купить крабовые палочки, но их там не оказалось. И, к сожалению, мне пришлось еще раз ехать в Реве, чтобы их все-таки там взять. Хочу сделать сегодня салат, поэтому нужно было срочно. И на кассе еще схватила одну маленькую вафельку. Здесь не стала умножение пунктов использовать, потому что очень маленькая сумма. 2,49 стоят палочки, 49 центов вафля, 2,98. И их же я сразу оплатила пунктами Payback, чтобы не тратить наличные. Тут же активировала вот эти 5 евро, которые получила за карту. И всего лишь 1 цент прилетит обратно. В общем, к чему я клоню? Очень я рекомендую пользоваться карточкой Payback. Вы сами видите, да, что не маленькие суммы туда возвращаются. 7 евро, 9, 5. То есть, и это все в короткий срок. Поэтому действительно, если у кого еще нет, ссылочку оставлю в описании. Регистрируйтесь, сделайте себе карту. Сегодня у меня очень интересная покупка в Lidl на сумму более 100 евро. Поделиться хочу с вами прям обязательно. Купила круассаны, предположительно 8. Скидка 50% будут на завтрак. Вот такие сосиски я получила бесплатно, купон в приложении Lidl Plus, потому что у нашего младшего сына день рождения. И такие сосисочки, 100 грамм, здесь 5 штучек, бесплатно, в честь дня рождения. Ну, мелочи, приятно, раньше такого не было. Детей от 0 до 7 лет можно зарегистрировать или на сайте Lidl, или непосредственно в приложении Lidl Plus, очень рекомендую. На аккаунте мужа я, к сожалению, этого не сделала, и второй товар мы не получим. И купила куриное филе 400 грамм, скидка 30% за 3,49, тоже мне как раз было надо. И теперь пошли интересности. Я взяла адвент-календарь. Я думаю, вы уже наверняка замечали, во многих магазинах есть такие календари, в которых содержится гудшайн. Смотрите, за первым числом за дверкой и за 24-м. 2 гудшайна по 5 евро минимум, да, то есть внутри гарантированно 10 евро сертификата на покупку в магазине Lidl. Но может быть и до 500 евро.
за 24-м окошечком. И кроме того, конечно же, здесь вот такие конфеты, 285 грамм. В чем смысл? Этот календарь стоит 15 евро, но сейчас в приложении Lidl Plus есть скидка 30% на все адвент-календари, включая вот этот с сертификатами. Вычитаем из 15 евро 30% и получаем 10 евро 50 центов. 10 евро здесь есть уже внутри гарантированно 100%. И по итогу всего лишь за 50 центов я купила вот такой набор конфет 285 грамм. С этим купоном можно взять максимум 10 календарей. Отгадайте, сколько я взяла. Взяла я, конечно же, 10. Мы будем играть в лотерею. В конце видео я выложу, как я открываю дверцы, и мы посмотрим, попались ли мне сертификаты больше, чем на 5 евро. Если да, то это все мне получится бесплатно и еще с плюсом. Если нет, то не страшно, будут у меня такое количество конфет. Зачем столько конфет, тоже сразу скажу, предвкушая вопросы. Во-первых, когда к нам будут приходить в гости к Рождеству, они, эти конфетки, отлично подойдут к чаю. Во-вторых, их отлично брать с собой на работу, например, когда день рождения. И в-третьих, когда мы пойдем кому-то в гости, тоже, соответственно, можно брать будет конфетки с собой. Я предполагаю, что они вкусные, выглядят в любом случае вкусно. Хотела еще срок годности посмотреть и вам показать. До июня 23-го года, то есть полгода есть, чтобы слопать эти конфеты. Я думаю, это неплохо. Благодаря тому, что я совершила эту покупку, мне в приложении Lidl Plus открылся купон, где нужно собирать вот эти скидки на сок лимонный опять бесплатно и на орешки. Ну там орешки или средство для рук, мыло для рук, или лимонный сок, или чай, да. То есть два товара я возьму бесплатно благодаря этой покупке. И что я планирую сделать еще? Когда я достану отсюда все сертификаты, я их возьму, вот эти 100 евро минимум, да, которые там, и куплю еще 10 календарей с аккаунта мужа. И посмотрим, может быть, получится что-то выиграть там. Если интересно, обязательно смотрите до конца. В конце вставлю, что же получилось, какую сумму удалось достать. И теперь чек. Сосиски стоят 1,49, мне они обошлись полностью бесплатно. Календарь стоит 15 евро, минус 4,50, то есть за 10,50 он обошелся, даже за 10,49. Ну и, как я уже сказала, 10 евро гарантированно внутри. И здесь у нас вот они, круассанчики, смотрите. 8 штук, да, я взяла, 55 центов они стоят, минус скидка в приложении. Я, кстати, даже не видела, что она есть, ну, тем лучше. И минус 50% за счет наклейки. То есть опять у меня супер дешево вышли круассаны. Внизу курочка, 110 евро 1 цент, я заплатила. Еще на календаре указано, что за одной из дверок находится QR-код. В моем случае за дверцей номер 18. И с 1 по 24 декабря нужно зарегистрироваться по этой ссылке. И тогда можно еще принять участие в розыгрыше одного из 24 гучайнов на 250 евро. Что я тоже обязательно сделаю. Итак, я сделала еще один кружок в Lidl, купила еще 10 календарей на аккаунт мужа. Та же история, 15 евро стоит, 4,50 минусом, то есть всего лишь 49 центов за каждый календарь. 10, соответственно, в общем, 104,90 я должна заплатить была, и оплатила я их как раз сразу вот этими картами из прошлых календарей. Таким образом, мне нужно было до конца, ну, действительно, уже наличными оплатить всего лишь 4 евро 90 центов. И опять же, из этого календаря я достану обратно минимум, из всех календарей обратно, достану минимум 100 евро, плюс потом еще в розыгрыше поучаствую. И заехала в Рево. Здесь у меня для вас уже совсем опять полезности. Как и говорила, взяла все-таки еще две упаковки кофе, хорошая цена получается, с учетом еще пунктов умножения. И набрала товаров от Nivea. Я взяла два мыла для рук и для моих ребят средства 3 в одном. То есть это шампунь и гель для душа, ну и для умывания. Взяла 6 разных, на этой неделе они в Реве, по акции, по скидке. Мыла нет, только вот эти средства. И
Замечательное сочетание к этому. С 28 ноября действуют купоны Нивея. Как было в прошлом году, есть три купона. На 2 евро, на 3 и на 5. Которые комбинируются в Реве. Я не знаю, можно ли их комбинировать в других магазинах, но в Реве испытала на себе, все комбинируется. В чем суть? Нужно набрать товаров Нивея, любых, какие вы хотите, на 15 евро. Это может быть 15 и 1 цент, 16 и так далее. Главное, не меньше 15. И тогда вы сканируете эти купоны, и у вас улетает 10 евро, получается скидка, и нужно заплатить оставшуюся сумму. Это можно делать много раз в разных покупках, да, то есть раз вы взяли на 15, потом второй раз, третий, десятый, сколько вашей душе угодно. Смотрим чек. Кофе 4,29, Нивея мыло по 2 евро 49 центов и по 1,85 все вот эти средства 3 в одном, шампунь, гель для душа. Промежуточная сумма 24,66. Минус купоны Nivea 2,35 и 2 евро я еще оплатила пунктами. Получается 12,64 наличными, из которых 8,58 за кофе. То есть за все вот это я заплатила всего лишь 5 евро 8 центов. Но еще вдобавок я получила 84 пункта. Из них 49 идут за вот эти средства. То есть меньше 5 евро у меня в конечном счете выйдет за вот это все. Очень рекомендую. Идите в Реве. А, ну и, конечно же, у кого этих купонов нет, ссылочку, где их можно скачать, на официальный сайт Nivea я оставлю в описании. Итак, последняя покупка на сегодня, и я думаю, что уже, в принципе, на этой неделе произошла у меня в Markt Kauf. У меня остались еще наклеечки из журнала, и, пользуясь ими, я набрала панировочную муку, килограмм большая пачка, прянички рождественские, булки белые обычные, пиццу взяла 3 штуки сразу, потому что 10% скидка, надо ей воспользоваться. 3 коробочки. Взяла бананы, смотрите, даже скидка на них еще осталась. 88 центов они стоят на этой неделе, почти 3 килограмма, вышло у меня на 2 евро 61 цент. Еще взяла такую фасоль. Это какая-то новая фирма. У меня есть купон на скидку 50% из приложения или из сайта CouponPlatz. И 50% скидка еще в приложении Эдека. И они благополучно комбинируются. Взяла 2 яйца Kinder. Мандаринов килограмм. В прошлый раз были очень вкусные. Опять такие хлебцы бесплатно. Помело. Надеюсь, тоже вкусное. Написано сладкое. И картошечку взяла. 2,5 килограмма. Взяла опять ванильный сахар. Потому что в приложении Marktguru снова на него кэшбэк 40 центов. Я взяла 3 пачки. И надеюсь, что это благополучно у меня пройдет на 2 аккаунта. Еще взяла такую панировку. Она хрустящая. Мы покупали в Метро большую упаковку. В Markt Kauf можно купить маленькую. Нашла опять, где лежат вот эти макароны, поменяли место они. Маслины, 2 баночки. Их мы на пиццу всегда используем, добавляем. Еще взяла 2 килограмма сахара. Тоже полезная, пусть будет. Вдруг еще раз опять подорожает, а у меня уже теперь наконец-то запасы есть. Не то, что в прошлый раз. Опять мне выбились чеки на Пурину. И опять, чтобы благополучно прошли все скидки, я сделала 3 покупки, то есть 3 чека. 1,99 рождественские пряники, минус на них скидка. Мандарины стоят 2 евро, помело 2,49. 59 центов это лапша быстрого приготовления, маслины по 99 центов. Вы видите все скидки. И это купон умножения пунктов на 5. В данном случае 8,26 и 20 пунктов на карту Deutschland Card. Картофель стоит 2 евро. Панировочная мука 2,99. Бананы на 2,61. Сахар 1,29. 2 килограмма. И еще лапша 59. Здесь снова умножение пунктов. 9,88. И снова 20 пунктов на карту. Пицца стоит 3,49. По 35 центов скидка с каждой. Kinder Surprise 69 центов. И минус 3 цента наклеечки. 1,99 фасоль, которую я сказала, показала вам. Булочки 1,11 и еще купон 12 центов
приложении Эдека. То есть 99 центов они обошлись. По 39 центов ванильный сахар. Надеюсь, 80 из них мне вернется обратно. Панировочная мука вторая 1,69. Здесь два купона. Один из них умножение пунктов, второй скидка на фасоль. 1 евро вычлось из приложения, 50 центов вычлось из купона. То есть она стоила, фасоль, 2 евро. Минус 50% это минус 1 евро. Еще раз минус 50. За 50 центов я купила 300 грамм фасоли, если мне не изменяет память. В общем, 3 маленькие баночки. Это классно. И в итоге ровно 15 евро заплатила. И 39 пунктов получила на карту Deutschland Card. Я сняла со всех календарей пленку, чтобы не затягивать время. И забыла сказать, что вот такую елочку еще из чеков мне дали на кассе, подтверждающую, что все гудшайны активированы, календари были действительно куплены, они украдены. Так, гарантированно за первой дверкой, вот она у нас, гудшайн на 5 евро. Какая большая дверка. Больше быть не может. Так. Ой, тут еще, смотрите, еще и конфеты вместе с гудшайном. Я думала, только гудшайн. Такие длинненькие. Вот он у нас, 5 евро. Это гарантированный раз. И дверка номер 24. Здесь у нас тоже конфеты. Ой. Доставайся. Так, гудшайн на 5 евро. И вот здесь нужно стереть и посмотреть, какая сумма, да, то есть может еще больше 5 евро. Ладно, давайте все достанем и потом распакуем, будем стирать. Ой, хорошо их туда запаковали. Не могу достать. Все, все календари открыты, как обещано, все сертификаты на месте. Теперь будем открывать и стирать. Распечатала. Господи, сколько же пластика во всей этой истории. Давайте смотреть. 5 евро. 5 евро. 5 евро. 5 евро. 5 евро. Пять евро. Пять евро. Пять евро. Пять евро. И последний. Тоже 5 евро. Ну что ж, посмотрим, может повезет в других 10. Ну что, давайте открывать. 5, 5, 5. Ну так нечестно. Давайте выиграем что-нибудь. 5, 5. Все гудшайны по 5 евро. Ну, к сожалению, дополнительно выиграть ничего не удалось, но тем не менее, все равно это отличная, выгодная сделка.